Во всем здании, которому больше полувека, заменили проводку. Стену выравнивают с использованием уже современных технологий и материалов. Полностью меняют пол, начиная с основания. Общая стоимость работ порядка 5 миллионов рублей. Деньги из краевого и муниципального бюджетов. Работы идут быстро, работы идут качественно. Технадзор проверяет постоянно, все работы идут под контролем технадзора. В прошлом году обновили фасад. Сейчас идет ремонт всех оставшихся наружных стен. Работа кружков и творческих коллективов продолжается. В частности, хор репетирует в библиотеке, а в актовом зале местной школы занимаются танцами. Для танцев что? Большое помещение необходимо, оно присутствует, актовый зал большой. То есть есть станок, можно разогреваться, то есть есть на что репетировать. То есть когда репетируешь, ты должен смотреть на себя. То есть видеть, что ты делаешь. Егор учится в 11 классе. 4 года занимается народными танцами. Сначала пришел на концерт, потом стал участником образцового художественного хореографического коллектива «Самоцветы». Этим летом ансамбль привез 4 первых и 2 вторых места с фестиваля в Испании. Теперь Егору не терпится выступить для односельчан на новой сцене. Конечно, ожидаем. Ну, во-первых, посмотреть хочется, как что сделали. Отделка новая. То есть постелят новые полы, сцену. Ну, вы увидите, интересно, ее говорили, что больше сделают, то есть будет больше места, а у нас на той практически мы там не разойтись ничего не могли. А тут уже поинтереснее смотреть будет. Сегодня в Юровском доме культуры занимаются порядка 300 сельчан, в основном дети. Помимо занятий пением, танцами, работают кружки шахмат, шашек, рисования и мультипликации. Сразу после ремонта появится театральная студия. Набор в нее уже открыт. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.